особо экономические зоны, Санкт-Петербург первый раз участвует в данном мероприятии. Мы делаем большую ставку на это мероприятие, потому что у нас присоединен новый участок, и нам нужны новые инвесторы. Нас пригласило Министерство экономического развития и особо экономические зоны России поучаствовать в данном мероприятии. Очень плотный график. Уже мы поучаствовали в круглом столе, обменялись мнениями с турецкими инвесторами, получили хороший опыт взаимодействия с особо экономическими зонами Турции, как они развивались, потому что мы моложе их, и у них больше опыт. Вот, поэтому у нас очень плотная и напряженная программа. Выставка говорит о том, что здесь собрано очень уникальное профессиональное сообщество, которое может может перерасти в дальнейшие плотные торговые, да, и промышленные связи. И для России, и для Санкт-Петербурга данное мероприятие, мне кажется, очень положительным.